חברים יקרים, אנחנו נתחיל את השיעור הזה, השיעור הרשמי. Дорогие друзья, мы начнем этот урок, включая желания и наших женщин, и наших мужчин, которые не смогли сюда приехать. Так уже им сделали свыше. Мы хотели почитать сначала письмо женщин, но поскольку Денис Самков сейчас находится при вылете, мы хотим послушать Дениса Самкова прежде. Говори. Говори. Алло, алло. Давай, говори. Слышно, говори. Товарищи, очень рад, что наше объединение не знает никаких границ. Они сами сейчас. Шейнлайн Хучел, он гуволок. Во второй раз пытаюсь лететь в Санкт-Петербург на конгресс. Они ахшава пама шния менаселла тусла кеннес бе Питер. המטוס הראשון, המנועים שלו פשוט לא עבדו, אז נתן לנו זמן קצת לחשוב בשביל מה נוסעים. ולהבין שרק הפעולות שאנחנו עושים יחד עם הקבוצה. רק אז יש לך אפשרות לעשות משהו בכלל. אתמול בערב למדנו על מטה ונחש בשיעור. התחברתי עם הקבוצה, קיבלת מטה. אם לא, גילית שאתה נחש. Позавчера сидя на уроке, глядя на полный зал, полный товарищей из мирового кли. Этмол шильшом башиур, а я улам мале, им хаверим и кола кли оломи. Мне пришлось встать в первой партии, уйти в конец зала, потому что мы чуть-чуть слезы. Лая царих лакум, велалехет лсафса лахори, кило я пашут маком. И возникла огромная безудержимая зависть. Ко всем тем товарищам, которым товарищ позволил присутствовать сейчас в праве. והתעוררה ממש כזאת קינה עצומה, בלי גבול, לחברים שהבורא נתן להם אפשרות להגיע לערבה. Но я уверен, что все мои товарищи на этом конгрессе откроют это духовно. אבל אני בטוח שכל החברים שלי יגלו את הרוחניות הזאת בכנס הזה. הבורא יאפשר להם לעשות את זה כי הם באמת, באמת ראויים לזה. הם באמת השקיעו מאמצים מעל הטבע האנושי, מעל היכולת האנושית, כדי להיות ראויים לזה שהבורא ייתן להם את האפשרות הזו. ואני עם כל הלב שלי איתכם חושב כל הזמן על זה שאתם כולכם זכיתם בזה. ובכל שנייה אני נמצא במחשבה כזאת, בתפילה שהבורא ייתן באמת כוח לתפילה אמיתית לחשוב על החברים, לבקש בעבור החברים. לחיים, חברים ענקיים. חברים, רק נזכיר את התדרים. Друзья, мы напомним частоты. Перевод. Испанский 102.8. Английский 107.6, иврит 100.9, русский 108,
צרפתית, תרגום מקומי בחלק האחורי של האולם מצד ימין לכניסה. ז'אק, תרים יד. שם כל מי שצריך תרגום לצרפתית. У нас есть особое письмо, которое женщины написали нам на конгрессе в воскресенье. Мы хотим сейчас зачитать это письмо. Единственному великому нашему мужчине из глубины нашего объединенного сердца мы хотим выразить нашу полную веру и уверенность в вашем успехе. Мы благодарны Творцу за честь приложить усилия для того, чтобы приложить полное истинное усилие, желание, стремление и требуемое давление, которые все время нарастают в преддверии нашего единения. Мы создали один огромный хисарон к слиянию, и мы, женщины, будем заботиться о нем, будем пестовать его, будем добавлять день ото дня к нему. Мы будем как высшая мать, большая, единая, у одного дорогого ребенка. У нас нет сомнения в вашей возможности взять этот большой хисарон и с его помощью зажечь пламя в пустыне. Мы обязуемся перед вами помогать друг другу и дать полную уверенность каждой, кто захочет добавить свой хисарон в этот общий хисарон еще и еще каждый день. И ради этого мы обязались осуществить перед нами условия следующей поддержки. Передавать друг другу величие Творца ежесекундно, в мыслях, в речи и в действии. Хранить друг друга, беречь, поддерживать во взаимной заботе, помогать, поднимать общий настрой и важность цели при любой возможности. Подниматься и играть в следующее состояние энергично, радостно, уверенно. Говорить во славу величия мужчин, излучать тепло и любовь каждую секунду. У нас есть полная уверенность, что вы не оторветесь ни на секунду от мыслей, от единения, от одного требования к Творцу, чтобы соединил нас, потому что мы чувствуем эту нашу полную зависимость от вас и вашу от нас. Поддерживаем, ожидаем, желаем, чтобы мы доставили ему наслаждение. Одна глобальная женщина. На сей раз у нас есть большая поддержка от огромной силы, в которой мы нуждаемся в соответствии с законом корня и ветви. И так это устроено, что если женщины поддерживают, помогают, стоят за нами, мы наверняка сможем с помощью нашей общей силы добиться успеха. Большое спасибо им. И мы будем стараться. Мы не забудем также, что вместе с нами сейчас тысячи, тысяч наших товарищей повсюду в мире. И мы с ними, а они с нами, сделаем совместную, прекрасную, хорошую работу. Есть у нас для этого все возможности. Творец во всем помогает и поддерживает. Мы видим, насколько мы удостаиваемся каждый раз благословения в пути, и мы должны быть достойны этого. И я очень горд вами. И я счастлив от того, что есть у меня такие товарищи, ученики, дети.
которые, без всякого сомнения, очень особы во всем человечестве, во всех поколениях, которые собираются открыть вход для окончательного исправления всего человечества. Спасибо вам. У нас есть еще два товарища, которые соединены с нами издалека. Можно их услышать? Первый — это Гили Касимов, я думаю, он из Нью-Йорка. Дорогие друзья, дорогие любимые братья, я очень волнуюсь. Часа 2-3 назад я смотрел семинар и участвовал вместе с вами. И к концу семинара я нашел себя, что я жалуюсь и сержусь на то, что я не с вами. Я так сильно хотел быть с вами, и мое животное тело бунтовало, и слова Рава вошли в меня, что мы должны оправдывать Творца, мы не видим целой картины. И тогда я понял, что я получил возможность просить за 1500 своих братьев, которые собрались и объединились, для того, чтобы принести великий свет всему миру. Я хочу попросить вас, мои дорогие, любимые братья, чтобы вы дали мне силы просить, чтобы все вы получили бы этот свет, и чтобы Творец смог поселиться между нами, чтобы мы смогли дать Ему наслаждение. Я люблю вас, я с вами, и только вместе добьемся. Лехаим.
Наше место очень особенно. То место, в котором мы собрались, здесь нет чуждых мыслей, нет чуждых людей. Все мы одно целое. И наша цель — представить самим себе следующую ступень. Ту, к которой мы хотим прийти. Всегда тот, кто хочет вырасти, он должен видеть себя, как он поднимается на следующую ступень, что она собой представляет, что такое следующее состояние, как прийти к этому, какие условия есть там, и как он постепенно принимает на себя эти условия, чтобы он смог войти в это состояние следующего мира, на следующую ступень. Поэтому мы обязаны выполнить несколько правил материальных, внешних, земных, которые помогут нам и будут способствовать нам, чтобы мы находились, по крайней мере, внешним образом в соответствии духовному состоянию. Мы прочитаем сейчас несколько законов, связанных с нахождением на Конгрессе. Первое. Мы все обязуемся во взаимном поручительстве, во взаимной поддержке. Без этого мы не станем одним целым. В соответствии с объединением между нами, на которое мы пока способны, чтобы создать его, если мы сделаем, мы удостоимся следующей ступени. Второе. Человек, который оторвется от намерения, и это будет видно внешне, будет пренебрегать, напиваться, игнорировать общие действия, будет говорить о вещах, не связанные с объединением, он выйдет за пределы этого места. Нам необходима единая клея, и поэтому каждый должен беречь себя, остерегаясь нарушить этот закон. А иначе он портит всех. Каждый. В духовном нет части. Если один не вошел, уже нет группы. Это так. Все должны участвовать во всех действиях, которые мы делаем. Семинар, урок, дежурство, собрание товарищей. Идти вовремя спать, потому что в общем участие от этого зависит наше духовное. То есть, прежде всего, внешне каждый должен видеть себя участвующим телом и душой. Человек да поможет ближнему. Все являются стражниками и охранниками для всех, для того, чтобы мы остались в правильном намерении. Помогать друг другу. Это называется «человек да поможет ближнему», когда каждый, конечно же, находится во всевозможных помехах своих внутренних, и мы должны помочь каждому, каждый своему товарищу, чтобы он также оберегал меня, я буду оберегать всех. Каждый держит себя как мужчина во внутреннем самообладании и действиях. Мужчина называется от слова «идгабрут» — преодоление. Каждый должен быть стараться преодолеть все помехи, слабости, вдруг отсутствие настроения, вдруг всевозможные мысли, путаница. Есть много мыслей, в особенности, о которых пишет Бальсалам. Ну, не будет сейчас, так в следующий раз. Тот, кто думает так, ничего не достигнет. Но здесь и сейчас нет другого состояния. Это последняя возможность и все. Так мы должны думать. А не то, чтобы не случится сейчас, будет еще возможность. Каждое мгновение последнее. Мы говорим только об объединении, о величии нашего состояния, о величии Творца. Не говорим о распространении, о семье и о прочих вещах.
Все, что не относится к объединению, не существует. Об этом мы беспокоимся все. А все остальные мысли просто не существуют. Сразу же стираются у нас. С момента пробуждения утром нет разговоров вообще. Все хранят молчание до утреннего урока. Что там происходит? Мы идем спать, встаем утром, уходим на перерывах, всевозможных на трапезах. Нет ничего, кроме одной мысли и единственного действия по объединению. Выдерживать время — это железный закон и выражение поручительства между нами. Не может быть так, чтобы ты вошел в зал и не позаботился о том, что все остальные товарищи сидят вместе с тобой. Нет у нас стражников, охранников. Мы беспокоимся о себе, чтобы быть как единый организм. Все, что я делаю, говорю с товарищами, задаю вопрос на уроке. Я должен выяснять перед собой прежде, что это служит общему единству. Нет телефонов, только товарищи из мирового клика, которые нуждаются в приборе, как радио, и те, кто занимают какие-то такие функции и должности, которые вынуждают иметь телефон. Тот, кто приносит алкоголь при входе, дает его на общее пользование. Нет личного использования алкоголя на протяжении конгресса. Тот, кто напивается, выходит из этого конгресса и из следующих тоже. Это вещи обязательные. Земные, начиная с которых и далее, мы уже сможем беспокоиться о духовном между нами. Примеры, крайние примеры выхода из устава, которые происходили в начале сегодняшнего дня, мы их зачитаем. Ребята остались снаружи во время общего действия, во время семинара сидели и ничего не делали. Когда попросили зайти на подготовку к уроку, не все не зашли, и люди сидели в стороне. На протяжении дня говорили о пустяках. Когда проснулись на утренний урок, люди болтали и говорили всякие глупости, слушали музыку. Ну, скажем, это еще было до нашего официального начала, но чтобы все поняли, все знали, все предостерегали себя, чтобы этого не произошло, и нужно беречь один другого. Тем самым мы входим в поручительство. Наш первый урок — это тема «Встречаемся в общем намерении». Читай. «600 тысяч душ Баля-Сулама. И в действительности нет в мире ничего, кроме одной и единственной души, как сказано в Берешит, и вдохнул в его ноздри дыхание жизни. И та же душа находится в любом из сыновей Израиля, в каждом полностью, словно водами решен. Ведь духовное не делится и не рассекается на части, как это свойственно материальному, а на 600 тысяч частей и множество духовных искр. Душа разделяется эгоизмом человека». Мы изучали это также и восприятие реальности, что то, что кажется нам, что есть большой мир вне нас, каждому кажется. Я представляю это так.
Это представляется мне как находящееся передо мной то, что находится внутри меня. И насколько я собираю весь мир, привнося его внутрь, объединяясь с ним, зная, как соединить его вместе, видеть в нем единую действующую силу, в едином намерении, в единой мысли, в едином желании. Насколько я все больше и больше включаюсь во всех и желаю проделать с ними это объединение в одно целое, так я объединяюсь с Творцом, который находится в них. И так я представляю весь мир постепенно, что он один, нет другого. И единый материал, единая материя, наполняющаяся светом бесконечности. Все зависит от моих стараний объединить весь мир в единую форму, в которую облачится Творец. Со всем миром нам трудно. Мы еще не способны это проделать. Поэтому из всего мира, из всех душ и вообще из всех уровней, неживой растительный, животный, человек, Творец выстроил нам группу. И если я пытаюсь с группой, и только на уровне внутренней связи между нами, если я пытаюсь прийти к тому, чтобы стать одним, этого достаточно, чтобы Высший Свет подействовал на меня и поднял все остальные ступени, неживую, растительную, животную, тоже к той же самой картине. И также через всю эту группу я увижу уже все человечество, объединяющееся и относящееся к этому как одно целое. И поэтому, если мы производим усилия, когда каждый, кто находится здесь и с нами вместе по всему миру, включая особую нашу группу женщин, включая всех товарищей повсюду в мире, если мы объединимся, этого будет достаточно, чтобы мы получили полную картину, объединенную всей реальности. И мы увидим, что вся реальность находится в каждом из нас, и что она полная реальность, совершенная. И нет в мире ничего, кроме одной души. И то, что поделено на очень много частей, неживое, растительное, животное, человек, это потому, что мое желание получать таким образом поделено. И так оно объединяется. И поэтому я делю эту картину бесконечную на очень много частей. В тот момент, когда я пытаюсь, прилагаю усилия видеть всех как одно целое, я возвращаюсь к этой единой форме бесконечности. И это то, что нам необходимо проделать, выполнить сейчас между нами. Итак, все мы, только пытаемся прийти к одному. Это непросто. В каждое мгновение существуют всевозможные помехи, как мы изучали вчера, о змеи и посохи, посохи и змеи. Как мы уже привыкли к этому, все помехи — это не помехи. Это те самые точки, на которые мы должны обратить внимание и из них связываться, и в каждое мгновение. Если будут такие точки в мысли, в желании, в том, что мы слышим, в чем-либо, все время, мое внимание будет уходить от этого. Я должен благодарить, что это происходит, поскольку тем самым я очень быстро себя исправляю. Поэтому мы можем очень быстро сейчас, если мы будем только каждое мгновение сохранять это, змей или посох, как я отношусь к тому, что происходит со мной? Отношу ли я это как к знаку обвинения, что я должен в этом месте, там, где я раскрываю эти помехи, где я должен добавить. То есть в этом месте еще усилия. Если я сразу же закрываю эти места единством, я очень быстро прихожу к исправлению. Итак, каждый из нас. Не идти за своей слабостью, за какими-то мыслями,
которые не к объединению, не следовать за какими-то влияниями, как в теле, так и в душе, в мысли, пытаться сейчас сосредоточить себя только на одном. И вы увидите, насколько вдруг это начнет увлекать вас, и это раскроется. Раскроется вам новый мир. Пожалуйста. Из учения десяти сферот, восьмая часть, 88 пункт. Все наши занятия молитвами и практическими благодеяниями служат для того, чтобы вернуться, отобрать и поднять все те души, которые выпали из Адама Ришон и упали в клепот, пока не принесли их к первоначальному корню, в котором они были прежде, чем он согрешил с древом познания. Как мы уже говорили, есть одна душа, которая поделилась на 600 тысяч частей. Это главное первое разбиение, затем еще разбиение, пока в каждом из нас вследствие этого взаимного включения есть все части. Получается, что у каждого есть внутри мир полный, разбитый на части. Это то, что мы видим перед собой. И если мы исправляем себя, даже в рамках нашей маленькой группы, этого достаточно для того, чтобы объединить тем самым также и все остальные части реальности, и тогда мы увидим эту душу как совершенную, наполненную светом бесконечности, и она наша. И у каждого, с одной стороны, это душа, с другой стороны, у каждого это его. И это не мешает одно другому. Так духовная форма, мы ее постигнем. Она как в каждом, так и у всех одна. Третья цитата из Шамати, дарование Торы. «При вручении Торы у горы Синай был весь народ Израиля готов к ее получению. Как сказано, и собрались у подножья горы, как один человек с одним сердцем». То есть весь народ был подготовлен тем, что у всех было одно намерение, одна мысль, только о получении Торы. Тора называется, вся эта огромная программа, огромная система, которая есть между нами и миром бесконечности. То есть все миры, все 125 ступеней, все сферот, парцуфим, все это называется системой Торы, в которой действует свет на каждой ступени. Так он выстроен, соответственно, каждой ступени. И эта система предназначена для того, чтобы заниматься с нами на каждой ступени и поднимать нас во всех этих ступенях до мира бесконечности. Но условия, и это на каждой ступени, особенно на первой ступени, поскольку мы еще не имеем опыта в этом подъеме, условия быть как один человек с одним сердцем, то есть хотеть, чтобы мы объединились. Если мы только хотим, насколько мы способны, все это рассчитано согласно нашей возможности, тогда свет действует и объединяет нас, поднимает, и мы находимся на первой ступени. Будем надеяться, что удостоимся. Четвертая цитата. «Вы стоите сегодня все». Учит тому, что вы стоите все перед тем, чтобы вступить в поручительство. То есть каждый и человек из Израиля должен включать всех, как сказано. И расположился народ против горы, как один человек с одним сердцем. То есть существует тогда любовь среди народа Израиля, и тогда могут победить. Те, кто находится в процессе Ешар-Кель, называется Израиль, прямо к Творцу, если они принимают на себя условия поручительства, человек да поможет ближнему быть вместе. Как мы говорили много раз, высший свет воздействует на них и выполняет это действие. Это называется, что они принимают Тору. Они принимают эту систему,
И она начинает подниматься у них изнутри, раскрываться, потому что мы включаемся, все же находится в нас. Нужно только... Это должно раскрыться. И эта система, и свет, когда они раскрываются, начинают светить нас, показывать нам, как дальше идти. И мы начинаем видеть это, мы начинаем чувствовать это, мы начинаем быть частью Торы, частью этой системы. В чем прилагать усилия, что делать, как увлекать себя, как все больше и больше раскрывать ступени. И так мы познаем всю реальность, все творение. Конечно же, это выше нашей жизни, выше нашего тела. Мы уже чувствуем вечность, совершенно не ограниченную ни временем, ни расстоянием. И это мы можем достичь при маленьком усилии с нашей стороны, которое требуется от нас. И для этого, прежде всего, мы должны принять это условие вам заповедано сегодня. Вы стоите все сегодня, то есть это заповедано и всем нам вместе. Пятая цитата из трудов Рабаша, том 2, письмо 42. Сказали мудрецы, как лица их не похожи одно на другое, так и мнения их не схожи. И как же они могут быть, как один человек, с единым сердцем? Ответ. Если мы говорим, что каждый заботится о своих нуждах, получается, что невозможно быть, как один человек. Ведь они не похожи друг на друга. Но если каждый отменил свое собственное право, и все заботятся только о пользе Творца, то в таком случае у них уже нет своих личных мнений, когда каждое личное мнение упразднилось, и все они вошли во владение единого. Это происходит, если мы включаемся друг в друга. Если каждый находится в другом, конечно, каждый отличается от другого, у каждого есть свой личный корень души, но если я хочу включиться во всех, подняться над всеми, находиться во всех, подняться над своим эгоизмом и связаться со всеми, получается, что тогда между нами нет разницы, потому что каждый поднялся над своим эго с искоркой, с точкой в сердце, и эти точки мы соединяем вместе. И выходит, что все точки, которые соединяются вместе, из этого возникает пламя в пустыне. Это то, что мы хотим здесь зажечь. Поэтому давайте мобилизуем все наше стремление, которое есть к духовному, и соединим это. Оставим внизу все материальное, мысли, все, что пробуждается, слабости, путаницы, помехи. Все оставим внизу и поднимем наверх только эту маленькую искорку и соединим эти искры вместе, между нами. И тем самым мы достигнем достаточной силы для того, чтобы прорваться на первую духовную ступень. Все остальные ступени намного легче, потому что на них мы уже будем находиться в постижении. Мы почувствуем, что происходит. У нас уже будет опыт первой ступени. Мы уже будем продвигаться в свете. Будем знать, что происходит, и сами захотим. Даже во тьме продвигаться вместо того, чтобы продвигаться в свете. А первая ступень, когда у нас нет к этому духовного желания, это действительно трудная ступень, тяжелая. Поэтому она называется махсом, барьер. А затем у нас будет большая помощь.
понимающее, знающее, ощутимое, потому что то кли, которое мы создадим на первой ступени, это будет отдающее кли. И уже в нем мы ощутим силу отдачи, продвижения. И так у нас уже будет возможность сделать что-то. Как выстраивать эти вещи? Это так же, как растут дети. Они все больше и больше обретают опыт и уже знают, как выполнять разные вещи. И раз от раза учатся от прошлого к будущему. Мы находимся в трудном состоянии. Первый этап всегда трудный, поэтому также написано, в Торе так много об этом этапе, как выходят, как собираются, выходят из Египта, собираются точками в сердце вокруг помех, вокруг горы Синай, горы ненависти, и все отторжения, все эти состояния, которые каждый будет проходить здесь на протяжении этих двух дней в очень непростом виде, но мы, не дай Бог, не должны думать ни о чем, кроме того момента, в котором мы находимся. Мы должны в этот момент произвести действие. Нет следующей секунды, как пишет Бальсулам. Тот, кто думает, что есть после этого момент, он не достигнет духовного. Он, может быть, через многие годы достигнет духовного. Может быть. Главное, не отталкивай то, что есть перед тобой здесь и сейчас. И это должно произойти здесь каждую секунду. Пусть каждый проверит себя, и пусть поднимется над помехами и постарается находиться над ними в единстве со всеми. Можно представить, что я выхожу из себя и хочу быть включенным в других. Можно представить, что все мы вместе поднимаемся, каждый над собой. Есть разные образы, но главное — это отрыв от моего эго, от проблем. Не воевать с ними. Эти мысли чуждые, посторонние, разнообразные — это... Пусть они мечутся. Я не занимаюсь ими. Я поднимаюсь над ними и сразу же включаюсь в других. И тогда я обнаружу, когда я включаюсь в других, что это уже духовная группа, единая, и там присутствует духовная сила, и я включаюсь в нее. Вместе прочитаем и шестую, и седьмую цитату, один из сборника законов, закона вечера, а другой из книги «Света Солнца». Главное, любовь и единство проявляются в отношении желания. Тогда каждый удовлетворяет товарища, нет между ними никакой разницы в желаниях, и все они объединены единым желанием, благодаря чему включается в желание высшего, цель которого — единство. Главное возвращение — это объединение наших сердец в любви товарищей, соединиться с каждым в любви и в едином сердце, работать ради Творца, собраться общими усилиями и соединиться друг с другом, и мы будем включены один в другом в сердце каждого и станем единым сплочением в работе Творца всем сердцем. Творцом называется сила отдачи, которая раскрывается только в отдающем кли творений. Эта сила находится в скрытии, поскольку кли еще не готово, и в той мере, в котором кли формируется и готово к взаимной отдаче всеми своими частями друг к другу, это называется исправленная группа, когда все готовы отменить свой эгоизм и соединиться в стремлениях отдачи друг другу. Если есть между ними такое устремление, если каждый
находится в поручительстве, в ответственности помогать друг другу, что каждый готов помочь друг другу, это называется поручительством. Выходит, что этим мы формируем взаимную силу отдачи, и во взаимной силе отдачи мы находимся еще в недостатке этой силы, только в желании, чтобы это произошло, это называется намерение. Но свет, который влияет на это намерение, на это желание, он привносит в это свою силу, и тогда эти стремления, эти намерения становятся сетью сил отдачи, и в них раскрывается сила отдачи между нами, которая называется Боре, Боуре, приди и увидь. Итак, мы приходим к раскрытию Творца и живем уже в этом состоянии. То есть, исходя из того, что каждый желает соединиться с желаниями ближнего, исходя из этого, мы все раскрываем единое желание Творца. Мы раскрываем его уже в слиянии. Мы находимся вместе с Ним, соединенными взаимно. Восьмая цитата. Кнессет Исраэль называется Малхут. Кнессет, собрание, это собирает всех тех, кто стремятся к Творцу, Ишаркель. И это соединение, собрание, когда мы все поднимаемся там в мирах Бия, где все мы находимся в разъединении между нами, когда мы желаем соединиться, мы устремляемся к нашему корню, к Малхут, мира Ацилут, и когда мы включаемся туда вместе, тогда в этом соединении мы выстраиваем Малхут, мира Ацилут, и в ней затем раскрывается Высший Свет. Кнессет Исраэль называется Малхут, и она является корнем всех душ, поскольку Малхут включает в себя все души. Эти искры, это искорка, которая есть в каждом его желании к духовному. Потому что все исправления, существующие в мире, называются именем Малхут, поскольку Малхут — это общая кли, которая получает все света, которые передаются всем мирам. Мы части Малхут, находимся разъединенными в отделении под Парсой в этом мире, ниже миров Биа. Если мы хотим присоединиться к ней, быть кнессетом, собранием, соединением, получается, что мы выстраиваем ее, и если мы достигаем первой силы этого соединения, то Малхут уже может войти в контакт с высшей силой, которая называется Зерампин. И так она начинает получать свет, и мы, включенные в нее, находимся уже в этом свете. Девятая цитата из трудов Рабаша, статья Ибур, «Зарождение». Святая искра — это обратная часть отраженного света, остатки отраженного света. И необходимо его поднять, то есть получить его ради отдачи, что называется возвышением, то есть подъемом мана. И с помощью этого образуется свойство экрана и авиута, и на это приходит наполнение, когда отраженный свет наполняет келим в размере, необходимом для облачения света. Есть у нас только искры. В каждом есть одна искра. Маленькая частичка света. И эта искра, частичка отраженного света, который был у нас до разбиения. Если мы хотим соединить их, эти искры вместе, мы не можем это сделать, но в желании это сделать,
воздействует высший свет, отражающий свет действует и соединяет эти искры, и у нас возникает наш Орхозер, наш отраженный свет. Так же, как было до разбиения, в этом отраженном свете мы раскрываем Творца. То есть мы говорим либо со стороны Кли, как мы достигаем раскрытия Творца, либо со стороны отраженного света Орхозер. Мы можем говорить об этом в разных выражениях, но в итоге, в разных аспектах, но в итоге раскрывается единство. И из трудов Бальсулама, 13-е послание. Много искр святости есть в каждом из группы. И когда собираете вы все эти искры святости в одном месте, в собрании братьев, в любви и дружбе, наверняка станет для вас ступень святости в этот момент важнее света жизни. Это понятно. Мы не случайно собрались здесь. Высший свет, который действует в общем на все человечество своим воздействием, он выясняет, выбирает те души, которые уже готовы для подъема и объединения, и это мы. Не говорится о наших телах, не говорится о наших естественных наклонностях, материальных, физических, не говорится о наших желаниях, говорится только относительно искры в каждом. Эти искры в каждом, эта искра, она уже может прорваться, выйти из этой клипы, из этой эгоистической оболочки, подняться над ней, и такие искры, когда светит свет из всего человечества, он их притягивает, и это мы. Только нужно дать этому свету, который нас влечет, немножко собственного усилия. Это называется объединение, поручительство. Человек да поможет ближнему, но мы находимся здесь, потому что высший свет светит и так собирает нас вместе. Поэтому здесь необходимо приложить общее совместное усилие, и на это усилие свет подействует, соединит нас и раскроется. Мы, каждый из нас находится здесь не случайно, каждый достоин, каждый уникален, каждый избран из миллионов людей, которые находятся в мире так просто. До них-то еще не дошло, в них эти искры находятся пока еще в глубинах их эгоизма, они пока еще не чувствуют их, а у нас эта искра уже стоит буквально на пороге прорыва из эгоизма наружу, и поэтому мы находимся здесь. Вы все наверняка видели, как сперматозоид проникает в яйцеклетку. Он должен прорвать эту оболочку и начинает там действие соединения между ним и яйцеклеткой, и тогда начинает зарождаться этот зародыш. И у нас то же самое, только у нас мы хотим прорваться из нашего эгоизма наружу и проникнуть в духовный мир, и там начать развиваться как духовный зародыш. Последняя цитата из трудов Бааля Сулама, 4-е послание. «И нет у тебя недостатка ни в чем, а выйти в поле, которое благословил Творец, и собрать все те отпавшие органы, которые отпали от твоей души, и объединить их в единое тело. И в это совершенное тело Творец поместит свою шхину навечно, без всякого перерыва». Нет у тебя недостатка ни в чем, а только лишь выйти в поле, которое благословил Творец. Поле, которое благословил Творец, это то духовное пространство, где мы можем соединиться и собрать все те отпавшие члены, то есть все эти искры, соединить их в единый гуф, в единое тело, в единый отраженный свет
Орхозер. Каждая искра — это часть отраженного света, который был до разбиения. Мы делаем обратную работу, то есть на обратном пути к тому свету высшему, из которого мы спустились. Это, в сущности, то, что мы собрали здесь отрывки для нашей первой.